Добрый вечер всем. Я уж не знаю, что рассказывать про него. Все уже до того истыкано. В нем все изучено. Основное. А уже мелочи там. Кто-то читает, кто-то так пальцем тычет во все стороны. И потихонечку доходим потихо. Скоро будет изучен ваш пея. Ну, сейчас вот вечер, я не знаю, что еще. Ну, давайте полетим, ночью постреляем. Вечерочком. Давайте для начала настроим себе. Так как вот, если в ту сторону посмотреть, там уже темно будет. Давайте включим себе этот светлячок вот этот, чтобы он что-то различать. Яркость у него вот она. Вот, вот так вот, раз, чтобы аж контрастные предметы будут светиться, типа того, что палатки там или какие-то солдаты. Яркость, еще контрастность с него идет. И вот яркость самих этих символов. Можно тише, громче вот так сделать. Вот. У нас есть. Но она еще есть, фиксируется вот так вот. Поворачиваешь голову. А картинка замерла. Ну вот. Свободно. Ну пока так. Выключим. Так. Просили по вооружению. Сейчас я пилота сделаю в кабине потише. Чтобы не так шибко. Ну вообще общую вот так убрать. Раз. Вот. Спокойно поговорить. Так, ну давайте глянем в этот поярче так. Бум. Здесь тоже уберем сразу он стиль. Спутниковый пусть стоит. Не так это бросается в глаза. Короче, вот оружие. Как я настраиваю оружие? Ну я как настраивал. Тот по-другому. Пока на земле. Вот утилиты. Ну тут все, вот, ничего не надо трогать. Это вот iHeads выключается наш шлемник. Выключили, символов нету. Стеклышко есть. Вот я, например, сейчас, смотрите, выключил. И выключил. Вот его нету. А стеклышко есть. Ну это вот не трогайте. Это все пусть так стоит. Ground Stow, земельное покрытие. А мы в VPN сидим. Допустим, вот VPN, нажимаем Gun. Ну, пушка какая у нас тут? Она пушка хорошая, на полтора километра долбонит, еще более-менее кучно. Если быть точным, то 1570 метров. Ну, вот здесь профиль, 1500. Нажимаете. Нажимаете букву А. Это профиль для точности стрельбы. Все так нажимают, и я тоже нажимаю. Больше тут, в принципе, ничего не надо. Мод. Я вот как делаю. Вот, например, у меня источник прицеля, допустим, ТАЦУ. А пушку я фиксирую. То есть она стоит прямо. И я туловищем стреляю. У меня фритрек есть, просто им не пользуюсь. Ну я привык, как вот на Ми-8, на Ми-24. Вот есть прицел. И долбонишь с него. Туловищем вертолета поворачиваешь, доворачиваешь. Ну вот, в принципе, и все. 10 патронов ставьте в очередь. Потому что чем длиннее очередь, тем быстрее нагревается ствол пушки. И тогда уже она начинает просто плеваться под себя. То есть дальность пропадает, кучность вообще никакая, точности нету, вот надо короткими очередями стрелять, сильно не увлекайтесь, у вас пушка выйдет из строя. Но это вот тут все. Ну, допустим, вот нары. По две штуки. Тоже. Я могу зафиксировать их. И тоже туловище поворачивать. Ну, здесь вот это одно и то же. Это не касается. Вот выставили один. И все. На 1500 подходит, начинать барабанить. Вот это 6ПД, у нас же как, в документах написано. Каждый блок нар разделен на сектора. В один блок можно засунуть там 3 бронемойных, 3 осветительных, 3 этих, 3 фугасных, 3 каких-нибудь дымовых. А уже сектор, и потом в настройках тут перебираешь, какими стрельнуть. Но сейчас это пока не реализовано. В будущем потом. Можно будет разных ракет напихать. И выбирать их уже по типу целей. Ну что тут. Вот поэтому у нас 38 штук. И барабаним. Счетчик есть. Вот. Пока настроим, потом уже у Жоржика заберем это все. Ну вот сами Hellfire. Тут у нас что? РФ. Автоматический. Либо он. Вот САЛ. Когда нам кричат, работает, я так понял. САЛ-2.
Чё, тут канал А лазерный. Коды вот они. Вот канал А, вот Б альтернативный. Частоты можно менять. Вы хотите поменять вот эту на другую. Нажали. И тут можете написать, какой там будете работать. Договорились с каким-нибудь. По сетке играете с кем-нибудь. Давай сделаем канал там 45-22. Ну давай. Набрали вот так. 45-22. Интер. И теперь у вас канал 45-22. Первый. Альтернативно 2-3 единицы. Выключили. Все, канал А 45-22. Заходите. И у вас канал А. Вот он. Все, включено. Теперь на вооружение у Жоржика забрать. Я у Жоржика взял настройки в оператора. У него там кнюпель есть такой хитрый. Сейчас покажу. Я в тот раз показывал, как оружие взять на себя, и ролик есть. Вот здесь у него есть кнюпель, вот этот, выбор вооружения. Он называется ВАСП. Селектор ВАС. ВАС. Вот у оператора посмотрите кнопочки. Или себе на кнюпель, и себе тоже для первого пилота такие же кнопочки поставьте. И вот, например, я выбрал себе кнопочку. Выбрать пушку. Бум. Вот только надо включить сначала. Видите, это не мое. Я пушку раз, вот теперь пушка моя. То есть точки появились. Вот хеллфайры мои. И вот нары мои. Ну так как у меня, видите, зафиксировано все. То есть у меня будут нары смотреть по оси вертолета, никуда не поворачиваться. Вот я включаю свой этот. Монокль. И вот у меня прицел. Вот по нему я буду ориентироваться. То есть прицельная шкала тут, а ракеты будут лететь вот сюда. Вот этот прицел. Ну так же, как и пушка. Вот пушки тоже вот этот прицел. А это просто шкала будет нам показывать, что мы. Если мы, например, сейчас начнем головой вертеть. Он говорит, о, туда. А у нас пилоны стоят. То есть выровнялись ровно. И они зафиксировались в одном месте. Пушки тоже. Мы пушку взяли. Может повернуть голову. А пушка все равно на месте, видите, стоит. Никуда она не поворачивается. Вот сейчас поближе сделал, вот так раз. Раз. То есть вы голову крутите, а пушка все равно зафиксирована. Вот видите, я повернул голову вправо. Допустим, а пушка все равно прямо стоит. И вот я вот так и работаю, как на Ми-24, на Ми-8. Так же и нары. Вы голову крутите. Вот взяли нары. Голову крутить, он вас предупреждает, ой, там лимит, лимит, оно все вертится. Но ракеты все равно прямо стоят. Вот так. Поэтому это у вас тут в роли не влияет, куда он там. Полосатый, не полосатый, и у вас прицел вот он. Вот туда это все и лететь будет. Что пушка, что ракеты. Ну а Hellfire другая история. Hellfire уже на этот лазерный дальномер, а у пилота здесь его нету. Он только у оператора. И лазер, лазер сам, лазерный прицел, все у него. Поэтому этими стрелять. Если хотите настройки поменять, нужно Жоржику отдать. Вот так, раз, два, все. А вот теперь можно менять настройки. Вы хотите там поставить что-нибудь другое там. Кнопочку вот такую. Но не. И все. Вот у меня еще open track какой-то там лежит. А так у вас они все, вон, только питание не подключено. Автоматическое. Или all. Все. Начинайте выбирать их. Они автоматически будут отстреливаться, чтобы пилоны разгружать. Вот отсюда, 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 отсюда. Потому что с одного края не вылетает. Тогда у вас на правую сторону вертолет будет тяжелее. Тут такой груз, а тут уже улетели. И будут вправо тянуть постоянно. Канал А. Смотрите, у вас канал А, вот вы поменяли. Все, ВПН. Нары берем. Пушка наша. Предохранительную скобу надо нажимать. Но я себе назначил кнопку П. Латинскую. Там есть в настройках. Предохранительная скоба. Вот я ее нажал. Ну и все. Пушка у меня. Могу стрельнуть. О, видите, как ракетами стреляют. Ведь, видя, нары взял. Вот, у меня нары. Могу пушку взять. Вот теперь пушка горит. Башку выравниваем. Стреляем. Опять нары взяли. Маркер поднялся. Он всегда будет плоский. Если вы будете головой крутить, он будет туда или туда уходить. Но, видите, предупреждений нету, что у вас ошибка пилона.
Вы можете осматриваться, но стрелять вы можете только глядя в центр. Вот так. И ракеты будут лететь вот не вот сюда. Это Жоржик стреляет вот сюда. А наши ракеты будут все вот сюда в кучу лететь. Ну, вот такая вот стреляха. Теперь мы что делаем? Включаем вот этого кино. По нему будет хорошо видно. Ну, сейчас пока взлетим, чтобы не мешало. И полетим на полигончик тут недалеко. Сейчас пару раз стрелем. Вот я по оружию так объяснил, что куда. А если вы, допустим, смотрите. Если вы отдаете Жоржику ружье, чтобы не пораниться. Вы хотите сделать, допустим, миссилс. Нефиксированный. Вот здесь траектория выбирается вот высокая. Норм, мода. Это пусть не трогать. А вот видите, у вас, если вы не хотите фиксировать, вы можете, надо ставить на ТАЦ. Тогда у вас источник прицеливания будет ТАЦ. И тогда уже будет поворачиваться, ошибки появляться. Туда будет поворачиваться, да, вот это все. ТАЦ. Все. Мод. Настройка. Ну и вот. То есть сейчас мы прицеливание привязано к ТАЦу, вот. А я их фиксирую, чтобы мне ничего не шевелилось. Также и ракеты, видите, они зафиксированы. То есть они прямо смотрят, никуда не поворачиваются. Если вы башкой крутите, все равно они смотрят тупо прямо. Нары. Вот я нары взял. Вот я беру уже опять оружие на себя. Вот нары взял, полетел. Вот пулеметка. Вот пулеметка. Пушка. Вот эти. Хеллфайеры. Ну видите, пилон эррор. Потому что мы еще на земле. Я рассказывал, что они вот пока еще не от этого самое. Когда вы взлетите, они тогда встанут по оси вертолета, вот тогда ошибка исчезнет. Ну, это уже избитая тема. Ну, давайте пока пуколку возьмем. Вот эту. Ну, я говорю, длинными очередями не стреляйте, вот. Потому что она такая, капризная пушка, хоть она и хорошая, но она капризная. И вот у меня здесь написано, пушка зафиксирована. Профиль на 1.5. Это источник прицеливания. Пилот ХМД. То есть я прицеливаюсь. А если будет С, вот это С, ХМД, это сопилот там рулит. Жоржик у нас отдыхает, я его даже не дергаю. Ну и давайте попробуем. Я потихонечку говорю, у меня уже поздняя ночь, 2 часа ночи. У меня все спят после работы. Ну давайте попробуем. Индикатор пока включенный. Управление. Вот так чуть-чуть влево. И вот это чуть-чуть вот так вот влево. И начинаем его приподнимать. Легко, плавно. Уж машина у нас боевая, новая и дорогая. Вот так раз его затримировали и поехали. Теперь только вектор, говорю, вектор перед собой гоните. Вот этот, вот палочку. И он полетит спокойно, не спеша. Разгонять его надо сразу за 60 узлов. Тогда он уже выравнивается спокойно. Вот так вот подруливайте. Встаете вот на курс в сторону полигона. И разгон. Сейчас он за 60 уйдет по скорости. Вот это еще у меня лезет опять. Никак не могу разобраться. Что за трекер? Как у меня его нету. Это настройка где-то еще надо шарить глубже. Он думает, что я как этот. И вот пошли. Все за 70. Он уже все ровненько пошел. Больше ему ничего не надо. Вот, все. Эй-гей-гей. И погнали. Можно индикатор же выключить. Сейчас чем больше скорость, тем правее. Вот вектор, видите, вправо отклоняется. Раз педалька, бум. Тримернули. Вот ровненько. Запомните, сейчас вы зафиксировались. Стреляем в прицел вот в этот. Сейчас возьму нары. Вот. И вот в свое перекрестие шмаляйте. И все, пилоны выровнялись. Вот ошибки нету. Вот видите, это ваш прицел, крестик, посередине. Можно вот такое сделать. Вот этот крестик, это ваш прицел, то есть в него и барабаньте. Горизонт будет плавать, а прицел стоит строго по оси вертолета. Ну вот так вот сделаем пунктирами. Вот 103 узла. Затримировали. Вот видите, вектор вправо уходит, и у вас шарик он тот. С хвостиками. Это вектор вашего направления. То есть туда вы прилетите при таком режиме полета. Довернули. Вот выровнять педаль, потом на... О, сзади светит уже.
высоко лазим. Вот 1200 залез. И они уже семафорят. Кто откуда? Это с другой стороны у нас сзади. За 20 километров. Этот. Вот теперь можно включить свой этот. Как его? Вот, бум. Видите, какая красота. Как железный человек. Можно в яркость убрать. Вот так вот. И теперь, что самое интересное, все предметы, вот они, ну это как ночное видение. Вот солнце светит сзади, закат. Она не светится хорошо. Если мы будем лететь там смотреть на дома, которые родные на карте, они не так выделяются. А объекты, которые мы понастроили, вон там, они будут прямо отсвечивать сильно. Ну вот видите, вот вон там деревня. А вон наши палатки боевые. Вон полигон. И палатки будут отсвечивать явно на фоне. Ну, пока выключим, сейчас долетим, потом включим. Все, вот так вот наклонили его на крен влево. Вертикальный вектор прямо стоит. И вот так рулим. Пойдемте на цель, посмотрим. Скорость 120. На такой скорости это получается 126 плюс 126. Ну, 125 плюс 125, это 250, и минус 20. Это 230 км в час. Вот сейчас 240. Судя по всему, да. Все, включаем кино. Будем, как железный человек, искать цель. Запомните, вот это то, что сплошной маркер гоняет, он будет всегда сплошной. Поворачивается, он и здесь сплошной, и тут, вот здесь уже не сплошной, потому что все уже, отвернули голову. И он там где-то у нас противник. Можно Жожика попросить, он покажет. Но Жожик тогда оружие себе заберет. Он же начнет там клацать по кнопкам, сидеть, вот это вот умничать. Вот вектор вправо выравниваете. Вот так его. Педалюшки раз, затренировали. И вот сейчас, вот откуда сейчас стрельба начнется, туда и посадим. Надо взять левую крайнюю палатку, потому что я обычно привык отворачивать в левом сразу. Если правым пойдем, там все противники. И вот с левой стороны их будем потихонечку. На 9 часов светит С-125. И вон, видите, вон она толпа. Вот это средняя, не нужны. Вот туда толпу завалить. Вот на них поедем. Скорость 126 узлов. При такой скорости истребители заходят на цель. Ну и мы тоже из той же оперы. Поэтому мы сейчас их тут болтаем. Сейчас, спокойно, сейчас начнется пальба. Надо просто сильно разогнаться, прям сильно-сильно. И вон ту палатку уделать. Можно попробовать туда с пушки приголубить. Так, это у нас блокпост, а палатка у нас вот она. Вот она, вот она. Попробуйте пушечки туда. А, ракеты у меня стоят. Ну ладно, ракеты, так ракеты. И вот, центральное перекрестие ваше. По две штуки вылетает, как и заказывали. Вот видите, мы их уделали. И уходим сразу потихой. Бегом, бегом, бегом. В этот вот прибор удобно видеть. Видите, провода явно их видно. То есть не запутаешься в темноте. И уходим туда подальше, пониже. Тут на этом полигоне, видите, столько графика у меня маленько подрагивает. Но это ладно. Мы же это... Вертолетчики, нам все стерпим. На таких дровах летать, еще кого-то победить. Все, вот так вот мы их и кончаем. Запомните, при фиксированном положении вооружения на пилонах и пушке, вот это перекрестие, вот туда можете не смотреть, это Жоржикино хозяйство. Вот ваше перекрестие, в него и садите. Единственное, что лазерный дальномер, я вот не знаю, еще не разбирался. А лазерный дальномер включается у Жоржика, у него там триггер стоит. Либо выводить вот сюда. Но тут не уследишь уже вообще. На монитор себе его. Это мы будем тут долго летать. Ну давайте еще раз заход сделаем. Вот поселок, над ним можно разворачиваться. То есть наклонили его. И смотрим по вектору, чтобы он ровно стоял. Не уползал. И тримируем, чтобы он вот так вот был. Раз, затримировали. Вот он ровно будет поворачивать. Можете повыше задрать его, чтобы он высоту не терял. Я высоту обычно вот здесь смотрю.
Если, например, вы говорите, вот зачем выключаешь там окуляр. Вот я лечу в открытом, вот у меня вот окно, я вижу все, когда днем. А вот здесь ориентируюсь, тут все то же самое. Как на этом. На простых вертолетах привыкли по приборам летать. Вот он прибор, только он электронный. А это уже так, это... Днем летать в этом окуляре, это такое, ну да, башку отвернул, контролируешь. А я, вы видите, так прямо летаю, прямо смотрю. Ну, бывает так, он туда повернешься, сюда повернешь. Есть тут еще зафиксированная байда, вот, видите, на экране. Оп, она вот по горизонту встает. А вот это реально, не где там они у нас, жуки эти навозные, вон там. Ну, давайте пушку возьмем. То есть надо, видите, у меня монитор... Если я включаю эту байду, у меня нету этого. Вот висит как все. Вот это что-то включается, не могу разобраться, что за хренька. Ну, VPN. Давайте пушку возьмем опять. С пушки постреляем. Главное, очередями не садите прям длинными. А то потом уже к концу боя вы уже ни в кого не попадете. Педальку равняем. Давайте среднюю палаточку возьмем, вот эту. Тут еще перед палаткой вышка стоит. Смотровая, тоже грозная. Сейчас вот это, от этой дороги туда. Приблизительно километр. Вот отсюда мужики стреляют на арми и уходят. Километр или два. И вот мы целимся, например, на вот этого черта. Берем нарики и туда же. Сейчас он начнет оттуда смолять, а мы его... Тихо-тихо-тихо, не дергаемся. У меня наклон сильный, не стреляет, видите, палочка по это самое. Полосочкой стала. Сильное пике. Я не попаду. О, началось. И отходим опять. Вот это если выключить, вообще красота, только ни хрена не видно. Я еще отодвинулся от этого. Видите, ни хрена не видать. Раз, два. И все. Ну, вот таким макаром мы стреляем. Драгнары взяли. Вот сейчас до. Если в крутой пике заходите, то он уже не стреляет. Судя по всему. А так вот нормально. То есть мы в перекрестье свое взяли. Допустим, вон там бандит в кустах сидит. Довернули на него крестиком. Бынь. И прям туда и попали. Бу-бум. Куда и мечтали. Затримировали, кстати, что-то ручку схватил. Вот старайтесь стрелять так. Это ж не этот, не истребитель, не бомбардировщик. Вот идет ровненько. Вот под дерево туда ракету. Бум. И она под дерево попадет. Бу-бум. Видите, он с перекрестия идет, допустим, вот сарайка какой-то стоит. Перекрестие наводите. Вон на тот сарайчик. Вот крестик сошелся. Бам. И положили там всех. Вот, почти. Ну, допустим, вон сарайчик. Вот наводимся. Бам. Пролет. Выше. Можно наклониться. Добить. Видите, пара. Я в этом настройках ракеты поставил пару. Сход. Сход ракет, пара. Вы себе беру. Я вам показываю. Только Жоржику отдайте оружие. А то он обижается. Он там сам как бы настраивает. Вот. Ракеты, вот у меня две. Он по две штучки вылетает. Можно поставить 4. Вот, допустим, 4 поставил. Все, ракетки взяли. Оружие взяли. Ракетки взяли. И летим, допустим, вон туда. Сейчас мы там кого-нибудь найдем. Какой-нибудь сарайчик. Стрельнем. Главное, в перекрестие вот так цельтесь. Можете голову повыше поднять. Вот так. Тогда у вас вот это будет точно. Уже точно не промажете. Вон там нам кто-то семафорит. Это уже прожектора зажгли на площадках. Ну и вот, допустим, мы идем. Подвисает графика. У меня сейчас максималки выставил. На памяти не хватает. У меня две планки по 16 гектар. Но один слот что-то глючит и не работает. Приходится на 16 на одной летать. Тихо, 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 не роняем. Градус нельзя превышать, а то он потеряет всю свою энергию.
Так, ну куда еще можно стрельнуть для примера? Ну, для примера, давай. Можно было на боевой полигон слетать, но там нас быстренько с какой-нибудь осы завалят. Там уже наша площадка, вон она светится. Сейчас можем сесть в темноте в такой, попробовать. Так что вот я приблизительно как по настройкам, вот я вот летаю на фиксирован, то есть у меня прицел перед носом, потому что я головой не кручу. Я вот битреком не могу. У меня привычка такая вот. Мы же как, игра у нас построена, вообще любая компьютерная игра. У нас вот, например, корпус вертолета. Это фиксированная 3D модель. Мы когда поворачиваем, кажется, мы поворачиваем. Не так, у нас всегда вот эта байда стоит ровно. А поворачивается она вокруг нас весь мир. То есть мы летим, я не могу никак прыгнуть, что я поворачиваю, например, голову на 1 градус. А в игре я поворачиваю аж вот так. Для меня это как-то дико. Оно удобно, конечно, но это... Я голову чуть поворачиваю, а у меня улетает в этот... Аж вон туда. Чуть-чуть голову повернул, а я вижу, что у меня за спиной делается. Никак не могу привыкнуть. Ну, кого еще стрельнуть? Ну, вот, допустим, вон домик. Вот перекрестие на него накладываем аккуратно. Вот домик. Раз его. 4, видите, вылетело. Все, домика нету. Вот и я на фиксации летаю. То есть у меня вот здесь на этом написано вот. На этом. Где он? Вот, фикс. И пилот ХМД. То есть пилотовский ХМД идет источником прицеливания и замера дальности. Ну вот так. Ну, пушку взять. Можно Hellfire стрельнуть, но он, правда, будет лететь долго. Без лазерного прицеливания. И прямо. Вот, допустим, Hellfire взяли. И вот, допустим, я его сейчас шибану. И он будет лететь параллельно земле, я уже показывал. Пока не упадет. Так, Hellfire. Ой, эти. Нары. Ну, наша площадка. Вроде бы. Да. Сарайчики всякие. Ну, вот, допустим, вот под деревом там кто-то спрятался. Наводите прицел с нарами. Вот так. Бум. Бум. У меня скорость упала, поэтому все покачивает. Вот так, бум. Вот, все, ракеты кончились. Видите, написано No Rocket, если что. No Rocket, ребятки. Так что можно оружие отдать Жоржику вообще. Включить себе вот этот. И будем заходить на посадку. Ну и все. Сейчас заскочим. Короче, пусть Жоржик сам его сажает, а я устал. Жоржик, я ложусь спать, а ты сажай его сам. Все, я глаза закрываю. Как сядешь, разбудишь. Ну все. Жоржик сажает вертолет, как бы сам, посмотрим, студент. А я вам отсалютую. И пошел спать. Время 3 часа ночи. Пока.